Дорогие друзья, а здесь вот там крест. Здесь монастырь святого Иоанна Зеладзейского. Вот такой вот монастырь. Вот здесь он так вот на горе Зеладзеи. Недалеко от Схеты находится. Сейчас посмотрим вид сверху. Вот какой вид. Вот они сливаются, эти речки. Отсюда плохо видно, но там уже Тбилиси. Вот такое замечательное тут место, вот такое дерево большое растет. Вот здесь было отцу Иоанну видение. Он возглавлял этих всех 13 ассирийских отцов. 12 учеников у него было. Вот так. И вместе с ними он пришел и основал здесь монастырь.